Так, здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Значит, тема сегодняшней лекции у нас такая оригинальная – «Бастовать, чтобы не бастовать». Такая противоречивая по названию. Почему? Потому что вот вы анализируете, и мы продолжим сегодня рассмотрение, анализа коллективного договора. Вы анализируете ту договоренность, которая была. Ну вот мне недавно прислали по электронной почте новый договор до 2017 года. Вот он похуже, чем этот, к сожалению. Вот, то есть там ослаблены некоторые нормы для работников. Но тем не менее, значит, если по каким-то вопросам или по большому числу, по широкому кругу вопросов есть договоренность, то обычно стороны подписывают документ, и работники обязуются вот в период действия этого коллективного договора не организовывать забастовки по тем вопросам, которые урегулированы коллективным договором. То есть чем больше включено этих вопросов в коллективный договор, что, кстати, не все работодатели понимают, тем меньше необходимости в конфликтах, в забастовках и даже в их регулировании в течение этого всего периода. То есть если коллективный договор хороший, он устраивает работников, они конфликтовать по этим вопросам не будут. Наш курс ведь называется с вами «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования». Так вот, коллективный договор во всей этой технологии занимает центральное звено. Можно по каждому вопросу спорить с администрацией, или администрация по разным вопросам спорить будет с работниками, а можно один раз, как предполагает закон, в течение 3 месяцев обстоятельно обсудить все вопросы, принять все необходимые меры, в том числе и допустимые Конституцией и Трудовым кодексом, если надо, и забастовку, но зато по этим вопросам, которые урегулированы коллективным договором, уже нет необходимости бастовать. Некоторые, ну, так сказать, не вполне грамотные работники иногда записывают, что в связи с заключением коллективного договора, в связи с прекращением забастовки, обязуемся не бастовать весь этот период. И это, конечно, ошибка большая. Почему? Потому что могут возникнуть такие проблемы, для которых потребуется забастовка, не по тем вопросам, которые регулированы коллективным договором, а по другим. И поскольку речь идет о конституционном праве на забастовку, то есть на самом деле о том, что труд у нас не принудительный, то, конечно, отказываться от своего конституционного права было бы очень странно. Ведь работодатель не отказывается от права давать обязательные указания, задания, распоряжения, которые беспрекословно должны на производстве выполняться. И в этом смысл один в начале. Надо сказать, при самых разных способах производства, что при капитализме, что при социализме, принцип один в начале в ходе производства, он диктуется не, так сказать, какими-то политическими моментами, а он диктуется самой организацией производства, самим производством. Производство не может развиваться, осуществляться, если там не будет точных заданий и указаний отдельных лиц. В свое время, в начале существования Советской России, Советского Союза, проходили обсуждения, как относиться к единоначалию выступать или за коллегиальность на производстве. 9-й съезд Коммунистической партии большевиков ВКПБ был посвящен целиком этому вопросу о единоначалии и коллективности, и коллегиальности. Причем не единоначалие называлось раньше, а единоличие, даже более резко. И вот после длительного обсуждения, после выяснения вопроса о том, что ни в коем случае в условиях современного производства нельзя обойтись без единоначалия, было решено, что главный принцип и способ и форма организации производства на производстве – это единоличие. За пределами процесса труда, так сказать, или в промежутках между работой можно обсуждать, придумывать новые нормы, договариваться. Но когда идет процесс труда, причем такой, который связан в том числе и с
необходимостью обеспечить охрану труда, безопасность работников. В этот момент, когда идет само производство, никакой коллегиальности нет и быть не может. Надо закрыть. Вы, наверное, знаете, что есть министры у нас сейчас. Вот. И есть коллеги министерств. Вот коллеги министерств может собраться, там три человека, и проголосовать. А проводится все равно в жизнь решение коллегии приказом министра, а не каким-то решением трех человек. У Энгельса есть специальная статья об авторитете. Он говорит, что любое производство, любой процесс производства, он обязательно требует беспрекословного подчинения по тем вопросам, которые диктуются самим производством. И когда говорилось о том, что не будет государственного управления там, в полном коммунизме, то имелось в виду, что не будет политического управления, а управление людьми заменится управлением вещами. То есть то, что вещи требуют, надо, конечно, делать и в этих пределах управлять. Я не знаю, знаете ли вы определение производства? Вот я спрашиваю, что такое определение? А? Чего сразу влияет? Потому что я одна сегодня, да? В каком смысле одна? Вы сами себя выделили, чтобы я вам задание давал. Смотрите, вот тут все сидят, а вы выделили отдельно, говорит, вдруг мне Михаил Васильевич даст какой-нибудь вопрос. Даю. Управление можете ответить, что такое? Не, ну я спрашиваю, вы не обязаны отвечать. Вы могли бы мне другое сказать. Михаил Васильевич, ваша лекция, вы рассказываете лекцию. Я же тут студентка, ничего не знаю. И все. По-другому? Ну что, я вынужден пойти вам навстречу. Видите, на один шаг иду навстречу. И после этого говорю, что управление – это такая форма труда. Управление. Нет, простите, пожалуйста, это не так лучше сформулировать. Значит, Маркс писал, что всякий непосредственно общественный труд – вот, видите, а не записывайте. Надо записывать. Не только сюда, сначала сюда, потом сюда. Это почему надо на бумагу записывать, а не только в голову? Вот когда я вам говорю, вы потребляете это знание. А когда вы записываете это же, ваша голова уже дала сигнал. На бумаге это записать, то есть у вас уже там не вот такое вот только восприятие, первичное. А уже такое восприятие с опорой на то знание, которое впечатлелось у вас в голове. Поэтому не случайно вот рекомендую все писать, обязательно писать. Ну или набирать, это не имеет значения. То есть, если вы даете команду это воспроизвести, у вас уже воспроизведение, а у вас пока воспроизведения нет. У вас потребление. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Можете повторить? Я могу повторить. Ну, это. Сначала. Это управление, такое определение. Это определение показывает, это берет управление экономическое не в отрыве от экономики, а показывает, что такое управление в экономике. А что касается управления абстрактного, абстрактное управление очень простое. Есть какой-то субъект, есть какой-то объект. Смотрите, вот объект и субъект. Я повторю. Повторение мать учения. Значит, есть субъект, есть объект. Воздействие объекта на субъект с целью подчинения его целям субъекта. Это управление, в самом абстрактном смысле слова. Оно правильное определение, но одно годится к управлению самокатом, самолетом, вертолетом, велосипедом, троллейбусом, самим собой, тетрадкой, ручкой, чем угодно. И именно потому, что оно всеобщее, оно ко всему применимо, в этом смысле оно, ничего из него, так сказать, особенно глубокого выколупить нельзя. Кроме того, что тот, кто подчиняет этот объект, это субъект управления,
тот, кто подчиняется этому субъекту, это объект управления. А деятельность по подчинению объекта управления целям субъекта управления называется управление. Вот и все. Поэтому тут ничего такого глубокого особенно нет. Потому что сами вы понимаете, что самые разные виды деятельности человека требуют разного управления. И у него разное содержание. И сводить ее просто к общим моментам таким, ну это можно, конечно, но это не дает возможности ухватить собственное содержание. Когда мы говорим о вот экономическом управлении, нас оно интересует. И регулирование один из видов управления, да? Регулирование не как угодно регулируем, а так, что подчиняя своим целям. Так вот, всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. И выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. И дальше на этом, собственно, определение кончается. Все записали? Что такое экономическое управление. А дальше просто приводит пример Маркс, что скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Оркестр нуждается в дирижере, а скрипач сам управляет собой, ему не нужно, он управляет скрипкой своей и сам собой. А речь идет о производстве, в котором взаимодействует очень много людей, то надо, исходя из тех функций, какие выполняют эти люди, обеспечить их связь и взаимодействие. И обеспечить не просто связь и взаимодействие, эта связь и взаимодействие должна вытекать из подчинения единой цели всего производственного организма в целом. Так можно получить самолет или там автомобиль, станок и так далее. То есть то, к чему стремится весь этот производственный организм. Иногда говорят механизм управления. Хочу сразу сказать, что это довольно пустое и глупое высказывание, потому что если это управление, то тут есть субъект, а если это субъект, значит, это не механизм. Механизм – это то, что делается. Механически делается то, что не проходит через голову. Вот я могу механически туда-сюда ходить, механически. Для этого мне надо думать, куда я хожу. Так некоторые ходят, как волки в клетке, так сказать, читать лекцию. Туда, то посмотрят на Машу, то посмотрят на всех остальных. То на Машу. Что тут? Какой тут есть управление? Это называется механические действия. Или некоторые стоят на трибуне, раскачиваются механически. Или так. Знаете, таких сколько? Я дам вам слово. Или так. Или начинают стучать. То есть вообще люди иногда просто помахивают рукой. Иногда люди, когда говорят, жестикулируют. Я вот думал, что я не жестикулирую, а когда посмотрел, оказывается, я тоже жестикулирую достаточно много. Это не проходит через мою голову, то есть делается механически. Вот механически делается то, что не требует осознания. То есть идет бессознательно. А вы видели какой-нибудь механизм с головой? Нет. И вот когда люди говорят о механизме управления, у них там вместо субъекта сидит, так сказать, что-то безмозглое наверху, и это безмозглое, так сказать, что-то делает. Поэтому это вот выражение, которое не относится к, собственно, к действительному управлению. Ну вот поскольку это приходится делать работодателю, то он должен понимать, что чем больше он договорится с теми участниками производства, того общественного производства, которым он управляет, тем лучше будет управляться этот весь организм. Меньше будет сопротивления во время процесса труда. То есть никто не будет, так сказать, не выполнять. Его выполнять будут, но выполнять может быть по-разному, да? Можно выполнять спустя рукава. Вот. Можно давать разбавленную зарплату работникам, и они будут давать за нее разбавленную работу. Да?
То есть разные бывают формы. И вот это надо иметь в виду. Поэтому я и повторяю, особенно для тех, кто у нас пришел позже, поскольку занимался важными делами, а именно бежал к нам на лекцию. Вот. Другие не бежали, они, так сказать, не нервничали, а эти люди особо, так сказать, вот надо их поощрить, потому что они стремились на лекцию и демонстрировали, что они, как они стремятся, они открыли дверь, быстро бежали, сели. Ну, а все остальные, которые тут пришел, включая меня, мы, так сказать, люди так прохладно относимся к занятиям, в отличие от пришедших. Вам дается слово. Я хотел спросить, а субъекты управления внутри самого управления могут делиться на субъекты объекта? Внутри самого управления, внутри системы управления. Внутри системы могут быть, потому что там еще кто-то чем-то управляет. Ну, директор управляет заводами, а на заводе есть цеха, в цехах есть начальник цехов, а дальше есть участки или там в учреждениях отделы, а есть начальник подотдела и так далее, и заместитель, конечно, есть, безусловно. То есть такая большая, может быть, иерархия в этом деле, как в церкви. Есть иерархия, это те как раз находятся в церкви, и они в разной степени подчинения находятся один по отношению к другому. Ну вот я повторяю для тех, кто пришел позже, что название лекции «Бастовать, чтобы не бастовать» имеется в виду, что если эти все вопросы отрегулированы, важнейшие вопросы, по которым имеется столкновение, несогласие и сильные противоречия интересов, если они отрегулированы однозначно в коллективном договоре, и сложилась новая норма права, локальный нормативный акт, коллективный договор, то, следовательно, и тот, и другой, даже, так сказать, един начальник, обязан подчиняться этому локальному нормативному акту. То есть это как бы вот закон для него, он может что угодно делать, любые давать задания, распоряжения, люди должны беспрекословно их выполнять, но в рамках того, что определено коллективным договором. А и нарушать коллективный договор никто не имеет права. Ни работник, ни работодатель. Поэтому не случайно мы вот такое внимание этому уделяем, потому что люди думают об урегулировании всяких мелких склок. Чтобы мелких склок, любите друг друга, и все будет хорошо. А речь идет не о мелких склоках, а о серьезных проблемах, которые могут возникнуть в серьезном производственном организме. Ну и, скажем, мы это не замечаем, пока мы учимся, да? Почему? Потому что у нас, так сказать, тут взаимодействие такое, в основном по линии студент-преподаватель. Ну, как говорится, студент учится непосредственно сам по себе. Хотя он, конечно, встречается, здрасте-здрасте, так сказать, общается и будет долго помнить свои студенческие годы, как мы, что мы делали в коридоре и что мы делали на занятиях. Но здесь вот этой такой производственной связи нет. А если мы возьмем современное производство, там оно еще, эта связь все время разрастается, увеличивается. И можно сказать, что сегодня в современном мире все работают на всех. Это вот сейчас особенно стало видно в связи с санкциями. Значит, появились санкции. Вот сегодня в российской газете есть большой материал. Выступает генеральный директор концерна «Калашников», который делает автоматы и другие всякие. Вот они должны были поставить, значит, много-много винтовок в Соединенные Штаты Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки отказались получать эти винтовки, наложили санкции на «Калашников». Поэтому «Калашников» договорился с другими странами, но это было некоторое беспокойство. Надо было договариваться, говорит, ну, поскольку у нас хорошие винтовки, такой проблемы у нас со спросом не бывает, потому что спрос на продукцию концерна «Калашников» в несколько раз превышает предложение. Поэтому такой проблемы, конечно. Но проблема небольшая была, тут надо было перезаключить договора, сделать то, сделать все и так далее. Понятно. Вот это я хотел сказать, чтобы вы на это обратили внимание. Почему мы вопрос о коллективных договорах так обстоятельно и подробно разбираем, потому что это ключевой вопрос регулирования социально-трудовых конфликтов. Надо стремиться не к урегулированию частных конфликтов, а серьезно отрегулировать, и на 3 года у вас проблемы нет. За исключением каких-то новых вопросов, например, появилось новое производство, или какой-то придумал некий новый способ, новую технологию работодателя, решил это не заинтересовать никого в переходе на эту технологию. И он удивляется, что люди не особенно стремятся освоить новые техники. А что им стремиться, потому что они там все знают, теперь от них требуются какие-то новые навыки, но их совершенно не стимулируют.
В этом случае проводятся новые переговоры, поэтому Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает отдельно возможность в любое время начать переговоры об изменении и дополнении коллективного договора. И все-таки речь идет не о том, чтобы вот начать абстрактно, в отрыве от всего, от всех предыдущих договоренностей, от этого локального нормативного акта, который составлен работодателями и работниками, в отрыве решать этот отдельный вопрос, а надо этот вопрос решать в комплексе с тем, что уже есть. Ну, сделайте еще одно приложение к коллективному договору, проведите по нему переговоры и обратите внимание, вот здесь приложения сделаны не только потому, что они специфичны, а еще и потому, что если интеграл не берется в целом, его берут по частям. Если сразу не договориться, ну, давайте договоримся по ключевым вопросам. Вот они договорились, там первая часть. Договорились. Договор уже заключен, подписан. Идем дальше. Вот теперь поэтому. А вот это они могут растянуть это удовольствие на более длительный период по поводу этих приложений. Никто им не мешает в любой момент сделать новое приложение и тем самым урегулировать эту проблему. Вот если мы, как специалисты, которые должны давать советы, мы не просто придем мирить. Меня обидели, так сказать, напали. Все отняли, а вы придете мирить и говорите мне, ничего, да ничего страшного, все хорошо. То есть не в такой роли должен выступать конфликтолог, если имеется в виду урегулирование социально-правовых конфликтов. Он должен понимать, что интерес, противоречие, даже противоположность интересов, ну, противоположность предполагает единство, конечно, это одно и то же производство, она объективно существует, поэтому здесь изображать, что дело в том, что я вот на вас обиделся, или вы на меня обиделись, потому что я вот на вас не посмотрел, вот ему дал слово, а вам не дал, а вы руку не подняли, я сказал, а вот вы не подняли руки, вам не дал. А вы, он мог бы сказать, а вы что, не заметили, что я так на вас смотрю, могли бы и так дать. То есть всегда можно научиться или найти способ, как начать конфликтовать. Вот мы, в отличие от людей таких мелочных, которые начинают придумывать, как тут это уладить, а уладить тут очень просто, по мелочам вообще не надо спорить и сильно, так сказать, драться. Почему? Кто такой упрямый человек? Упрямый человек – это козел. Это тот, который по какой-то мелочи вот уперся и его не сдвинуть. А упорный человек? А упорный человек – это не упрямый человек, это тот человек, который поставил какую-то серьезную цель и стремится к ее достижению с применением всех сил и способностей. Упорный человек – это, так сказать, что-то возвышающее, а упрямый человек – это, так сказать, что-то такое неизменное. То есть надо видеть разницу. Вот. Там мы приветствуем всякие споры, но пустой спор может быть простым времяпрепровождением, простой потерей времени. Понятно. Вот после того, поэтому я и имею основание назвать эту лекцию, на которую я вот акцент делаю, на вот это обстоятельство, что если все вопросы урегулированы, основные, то тогда не будет необходимости в течение этого периода действия коллективных договоров, коллективных трудовых споров по тем вопросам, которые урегулированы в коллективном договоре. И поэтому совершенно спокойно работники могут подписать документ о том, что мы берем на себя обязательство не бастовать по тем вопросам или не затевать коллективный трудовой спор по тем вопросам, которые урегулированы. А для чего мы урегулировали? Чтобы его, так сказать, эту договоренность хотя бы в течение 3 лет. Значит, кончились 3 года. Можно продолжить, так сказать, заново можно эти вопросы обсуждать, другую форму принять, чтобы не было это постоянной вот такой вот грызней или постоянной, так сказать, ненужной борьбой. Хотя если у вас есть желание по другим вопросам бастовать, это другой вопрос. Конституция это позволяет? Позволяет. Ну так давайте не смешивать будем Божий дар с яичницей. Ну а теперь мы продолжим рассмотреть. С учетом этого обстоятельства, что мы занимаемся сейчас урегулированием, и вот то, что написали товарищи, это и есть, так сказать, ну, некоторая попытка осмыслить, вот насколько хорош этот документ, который претендует на роль регулятора, на роль того документа, который урегулировал разногласия очень серьезные. Так, вот это, значит, сейчас посмотрим. Мануэлу Анастасия написала. Это кто? Нет, ее. Нет. Да, дала. Молодец. А я первый, так сказать, я уже подверг ее первый пункт критики. Большой простор для карьерного роста. Не для того, чтобы, так сказать, что-то большое и хорошее сделать для страны, для общества и для себя.
Нет, мое дело карьера. Денег больше получать, меньше работ больше получать. Простое, легкое желание. Довольно-таки широко распространенное. Но и про этого человека не скажешь, что он герой, и не скажешь, что он великий человек. Почему? Тем более не скажешь, что он гений. Кто-нибудь может сказать, кто такой гений? Ну, такой вопрос к вам был, когда философию задавали. Гений кто такой? Вы не можете сказать, кто такой гений? А что вы? Может, вы уже гений, а вы не знаете. Так вот проживешь всю жизнь, не узнаешь. Только после смерти родственники узнают. Причем младше. Вносишь вклад в историческое развитие, может быть. А что, мы с вами не вносим вклад в историческое развитие? Ну, мы, значит, гении. Ну, спасибо, вы все. Так что, товарищи, тут все сидят гении. Я вас поздравляю. Очень приятно. Приятно чувствовать себя гением. Просто если вы даже вы не правы, то вы все равно нас порадовали. Что, любой человек, который вносит вклад, а кто не вносит-то? Ну, все, кто трудится, вносят вклад, правильно, в историческое развитие. Студенты, они же тоже вот стараются, занимаются, хотят получить хорошую специальность на хорошем уровне. А что, они не носят вклад в историческое развитие тем самым? Вот, потому что они же не просто так это делают, они предполагают, что они будут это применять, и для общества это будет польза. Ну, еще сам вклад еще не пошел, но это вклад в себе, так сказать, в потенции. Так. У нас было различие, чем вот талантливый человек, это способный человек. А если он способности настолько развил и так применил, что они обеспечили продвижение, значительное продвижение человечества вперед в какой-то области, значительное, не любое продвижение, вклад-то все вносит. Что он продвинул человечество вперед, это гений. Не просто там продвинул только свою группу или свой завод, или свой цех, а человечество продвинул вперед. Конечно, это люди гениальны в этом плане. А люди, которые стремились... И гениальные люди – это не люди, которые стремятся к своей карьере, правильно? Эти, можно сказать, люди стремятся к своему счастью. Это можно сказать. Вот, а счастье как определяется? Вот Маркс пишет, что история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот кто счастливый человек. А это для истории безразлично, что вы мучились, вам ночь не спали. Важно, что вы счастье много людям принесли, другим. Если вы много счастья, по итогу, вот все человечество считает, по итогу, исторически уже считает, так сказать, это все засыпает, все эти формы, промежуточные мучения, а вот итог сухой состоит в том, что человек продвинул человечество вперед, принес счастье наибольшему количеству людей. В чем он большему количеству людей принес счастье, тем он счастливее. Про него говорят, счастливый человек. Он говорит, какой же я счастливый, я тут все мучаюсь, стараюсь, работаю. Счастливый. Есть другое определение счастья у Гегеля. Счастье – это соответствие своему предназначению. Вот должны, вот, если надо еще понять, что вот, к чему вы предназначены. Если вы вот предназначены к этому, нашли вы так себя, что вы в этой области что-то много сделали и правильно, так сказать, попали, как говорится, в точку, что именно вот этим надо вам заниматься, а не то, что человек не имеет музыкальных способностей, и все, играет он на пианино, и слушает противно, и ему противно заниматься. А вот если вы нашли это соответствие, значит, и соответствуете своему предназначению, а предназначение можно понимать и в историческом смысле. Почему вы предназначены в историческом смысле? Мы еще не знаем, и вы еще не знаете. Но постепенно это выяснится у нас. Если вы посмотрите на структуру нашего управленческого аппарата в России, вы увидите, что вся верхушка заполнена выходцами из Санкт-Петербургского государственного университета. Да? Сплошь и рядом. А кто такой Сергей Борисович Иванов, глава администрации президента? Что кончал? Филфак. А Владимир Владимирович? Юрфак. Дмитрий Анатольевич? Юрфак. Вот. Громыко в свое время кончал экономический факультет. В общем, тут легче сказать, кто не кончал там наш университет. Так. Прозрачная система управления организацией. Ну, она прозрачная, даже если нет коллективного договора. Такая прозрачная, что видно, что ничего не будем делать для вас. Это совершенно прозрачно, прозрачно. Вас устраивает это? Вот. Так что это не сильное это такое качество. Да, так что вот прозрачность – это
Вам клетку прозрачную сделать? А, в стеклянную вас поместим. Там душно, правда, будет. Потому что обычная решетка, там хоть и решетка, но не душно. А тут еще в клетку стеклянную прозрачность обеспечена. Поэтому само свойство прозрачности... Я вот на что хочу обратить внимание, что очень трудно выбрать правильные слова. Это я не в порядке обвинения делаю, а в порядке обучения. Что вот, так сказать, вроде сказали что-то хорошее, подумаешь на это. Что такое тут хорошее сказали? Прозрачность. Вот написано. По запросу предоставить информацию о соответствующих правком о результатах финансово-хозяйственной деятельности организации и проверки контрольно-надзорным органам. Сообщаю вас, информирую. Как человек, имеющий опыт в этой области. Никто вам никогда никакой информации не даст. И вот на этих переговорах каждый раз начинается заседание, встает там товарищ Федотов, зал ПКТ, который как раз первый заместитель председателя правкома, который юрист и экономист, он по экономической специальности окончил лесотехническую академию, по юридической специальности окончил у нас институт повышения, по переподготовке и повышению квалификации преподавателя, он встает и говорит, вы обязаны предоставить информацию. Встает директор по режиму и говорит, военная тайна. Ну, я тут тогда выступаю и говорю, а вот, ну, ладно, не говори, раз военная тайна. Это вообще-то не тайна, например, зарплата не тайна, а не коммерческой тайной является. То есть круг коммерческой тайны очень узкий, есть соответствующие нормативные документы. Ну, хорошо, вы не хотите говорить. Ну, скажите, что выше стало или ниже стало? Вот показатели производственные выше стали или ниже? Он говорит, ну, примерно, ой, что я сказал? То есть, да, но твердое указание, ничего не говорить. А почему? А этому закон способствует или не способствует? Закон никакой ответственности за это не предусматривает. Поэтому не надо... То есть, с одной стороны, это хорошо, что это написано, но никакой прозрачности это не дает. Потому что никто вам не будет давать. А вам зачем? Вот вы хотите повысить зарплату свою. Зачем вам знать, какая у меня прибыль? Вот я работодатель, а вы вот мой работник. Зачем вам знать, какая моя прибыль? Вы же что делаете? Вы продаете свою рабочую силу мне, да? Вы продавец. А я продаю то, что я делаю, вам какое дело. Вы хотите повысить цену на свою рабочую силу? Ну, повышайте. Ну, зачем вам для этого знать, какая у меня прибыль? Ну, вот, например, «Газпром», когда он продает газ, он спрашивает, какая прибыль у тех, кто покупает газ. Он говорит, вот газ по такой цене, будьте добры. Так? Или электричество, электрическая компания. Мы вам даем, вот указан тариф у нас 3 рубля 97 копеек. А вы говорите, нет, мне не нравится, я брать не буду. Не берите, сидите, купите лучину, свечки продаются, дешевые сейчас. Ну, если цветные свечки, дороже будет, а простые свечки, там, парафин, ничего. И все. Как только доходит до рабочей силы, зачем-то нужно тем, кто продает рабочую силу, выяснять, а какая у него прибыль. Да вы повышаете вы свою зарплату. Кто должен повышать зарплату, работник или работодатель? Ну, работники же продают рабочие. Кто повышать должен свою зарплату? Тот, кто продает или тот, кто покупает? Ну, вот вы хотите, чтобы я повысил цену на то, что я покупаю. Ну что, я идиот? Вы видели таких идиотов, которые повышают цену, хотят? И вы спрашиваете меня, а когда вырастет зарплата? Это я у вас должен спросить, когда у вас вырастет зарплата. Ну, понятно, что вы должны, если вы продаете, так вы понимаете, вам надо сорганизоваться, что вы в одиночку будете продавать или вместе с ним. Не в одиночку? Вы думаете, в одиночку вы увеличите цену своей рабочей силы? Наивный человек. Поэтому на ответ на вопрос, а когда мне повысится зарплата? Никогда. Ну, никогда не будет тот, кто покупает, но вот ни с того ни с сего повышать цену на то, что он покупает. Ну, это было бы странно. Ну, странно. Ну, подумайте сами. Поэтому не надо нападать сильно на этих самых капиталистов. Вы хотите, чтобы они перестали быть капиталистами? Но это другой вопрос. Сделайте революцию, кто вам запрещает? Революцию у нас запрещены? Нет. Ну, не надо путать одно с другим. Речь идет о повышении зарплаты. Бастуйте. Но если вы не можете бастовать, что я за вас буду бастовать? Не буду. Есть генеральные директора, которые даже охотно там поддержат. Но, говорит, они же ничего не делают. Вы что организовали? Профсоюз организовали? Не организовали. Чего вы? Ничего не сделано. Ну и сидите со своей зарплатой такой.
И это, кстати, очень распространенная картина. Сказать, что у нас народ борется и проигрывает, да? Можно так сказать? За улучшение своего положения. Я наблюдаю, что народ у нас в основном не борется. И даже не проигрывает, потому что когда я проигрываю, то я что-то должен, так сказать, на какую-то борьбу учинить, да? А если я никакой борьбы не учинил, а просто меня давят, душат, ну а что вы хотите? Ну сидите дальше, пока не умрете. Вон ЖКХ вам повышается, повышается. И говорит, почему оно растет? Во-первых, оно не растет. Их повышают, эти тарифы. Повышают сознательно. Если вы их не мешаете им, они дальше будут повышать. Они видят, что никто не мешает. Ну, почему у вас не забрать? Я забрал у вас 3 рубля, посмотреть на вашу реакцию. Вы так не заметили. Тогда 6 забрал. Опять сидит, молчит. 12. Все равно молчит. Ну, 25. И это идет, вы видите, как это делается. А как еще может быть иначе? То есть, если речь идет о справедливых задачах, так сказать, и прогрессивных задачах, то вступить в конфликт с теми, кто мешает им осуществлению этих целей, это, так сказать, святое дело и обязанность тех, кто видит и понимает, как должно быть на самом деле. Вот у нас сейчас думают, сборники пишут такие статьи, как бороться с коррупцией. А сегодня в газете материал о том, что тот человек, который был в Китае в Политбюро и который занимался, возглавлял всю правоохранительную систему, брал взятки, его сейчас исключили из партии, и, так сказать, он пойдет по расстрельной статье. Как бороться с взятками? Ну, все равно у них существует коррупция, еще больше проблем, чем у нас. Да, у них 1,2 млрд, а у нас 1,3 млрд у них, 1,3 млрд у них. Нет, в процентном отношении у них ничтожная коррупция. Вот на миллиард, не сравните, 140 миллионов или 1,3 млрд. Если 1,3 млрд вы прикинете, почитайте, поделите. Да. А коррупция у них может быть больше, потому что они богаче. Они сейчас на первое место в мире, вот сейчас вышли по объему производства. Но они эту проблему так решают. А у нас выступал на конференции, вот в Уразлее была конференция по товарищу Еременко с докладом о борьбе с коррупцией. Говорит, ну вообще-то, говорит, надо бы, конечно, расстрелять, но у нас такой меры нет. Могут ли какие-нибудь меры вообще ликвидировать коррупцию? Нет, чтобы ликвидировать коррупцию, надо, чтобы государство отмерло. Это государственная болезнь. Пока есть, вон, люди хорошие, и то пишут, что надо карьерный рост. А зачем мне карьерный рост? Как зачем? Денег больше получу. А деньги зачем? Чтобы еще больше получить. А еще больше зачем? Чтобы еще больше получить. И так далее. И нет предела в своем самовозрастании. Маркс пишет в «Капитале», стоимость не имеет предела в своем самовозрастании. Капитал. А капитал – это самовозрастающая стоимость. Как говорят, зачем вам столько денег? Как зачем? Это вот 3 обеда я не могу съесть, а вот 333 по стоимости получить – это нет проблем. Правда? Ничего у меня тяжело не будет. Так, продуманная система материальных и моральных поощрений. Это вот чувствуется, что какой-то такой вот у Анастасии Эммануиловой дипломатический склад такой, подход. Продуманный. Можно продумать и сделать что-нибудь хорошее для вас, а можно продумать и какую-то такую гадость такую сделать. И опять будет продумано, и в первом случае продумано, и во втором случае продумано. Это можно рассматривать как уход от ответа. Ну, вы продумали, и что в результате продумывания получилось? Вот все, которые писали, все продумывали это, или кто-нибудь не продумывал. Нет таких людей, которые не продумывали. Ну, а результат-то какой-то продумывания? То есть это вот, я бы сказал, это пустые слова, к сожалению. Это очень трудная задача. Я хочу сказать, чтобы вы не писали дипломную, курсовую, уйти от пустых слов так тяжело. То есть вот чем отличаются там хорошие там, ученые от слабых? Ну, ты чувствуешь, что это серьезный научный материал. А слышишь, что этот человек что-то хотел, что-то пересказывает, что-то такое он повторяет, знакомые какие-то слова. Например, очень любят слово «парадигма» у нас. Говорят, парадигма там такая-то. А что такое парадигма? Не слышали такое слово? А? Направление, большая догма, которая все необдуманно прислоняется, потому что сам у него кишка тонка, научную истину какую-нибудь открыть. Он, значит, вот я придерживаюсь этой парадигмы. Что значит придерживаюсь? А потому что если я не придерживаюсь, так я упаду. Парадигмы. Парадигматики.
ну и так далее. Ну и таких парадигм, вон, например, была концепция развитого социализма. Кто-нибудь есть автор ее? Нету. Кстати, научно-техническая революция тоже не найдете автора. Кто автор? Все говорят, вот сейчас гигантский разворот. Имеется в виду, что темпы роста производительности труда падают. Совсем низкие стали. Гигантский разворот. Но самое время говорить об этом. Что у нас новации во всем, нововведения. Вот вы сейчас можете передать по компьютеру, что у нас падает наше производство. Можете. Быстро. Раз. Вот это новация. И мы быстро узнаем, что ничего мы не растем. То есть это информационная часть. Я сейчас информацию дам о том, что у нас наметились темпы. Наметилось понижение темпов падения производства. Что я сказал? Хорошее что-то наметилось, понижение темпов падения производства. А темп, как вот это падает, падает эта мина, так она и падает пока, бомба. Словами можно очень много накрутить. Могу привести пример. Имея в виду, что мы сейчас вот здесь, вот все писатели, кто писал, я с писателями сейчас разговариваю, правильно? У нас такой совет писателей. Вот формулировки-то. Что такое формулировки? На ученом совете утверждает тему кандидатской диссертации. Роль духовых инструментов в духовном развитии духовенства. Ну, сидят члены совета, да, серьезно, да, ну, конечно, надо принять, утвердить. Ну, а как вот вы изначально, как вот, как по-простому нельзя сказать, что было? То есть, конечно, мы принимаем. Ну, по-простому это... А нахрена попу баян? Так, ну это у гуманитариев, а у естественников там своя система. Тоже такую серьезную работу принес, вот, вот на вас похожий такой серьезный. Пришел, говорит, роль жидких сред в сосудах с перфорированным днищем. Ну как, будем? Утверждать будем? Вот один сидит такой, вот, задумался, говорит, ну, Михаил Владимирович, как-то нельзя это, вот, как это, что вы имеете в виду? Ну, можно, конечно. Что имеется в виду? А вычерпывание воды решетом. Роль жидких сред в сосудах с перфорированным... Динамика, простите, динамика жидких сред в сосудах с перфорированным днищем. Чего вытекает? Из сосудов с перфорированных дырявых сосудов вода вытекает. Это замысел диссертации. Понимаете, какой глубокий. Поэтому могу сказать, что зачем я вот к вам так вот придираюсь. Это хорошие люди, я к ним придираюсь. Это вот я потому что знаю по себе. Мне говорят, Михаил Васильевич, ну что вы тут нам нового сделали? Вы можете сказать, это мы тоже знаем. Вы что-то вот скажите такое, как-то, чтобы было ну, выявлено. Вот как выявить, что вот хорошее вы тут написали, заметили. И продуманная еще раз система. Дальше не хочется ее читать. Еще бы не хватало, чтобы она не продуманная была. Вот если я что-нибудь вам плохое хочу сделать, я уж как следует продумаю, чтобы вы потом на меня не могли и пожаловаться. Все, чтобы все обставить, что мы все это обсуждали, я вам это предупреждал, я вам говорил, я вам один назначала, вы все равно не сделали и раз, и два, и три, чтобы вам деваться не было. Конечно, продуманные. Все вот сервисы, они обязательно что-то продуманное делают. Создание комфортных условий для отдыха работников в рабочее время. Не может быть там быть комфортных условий, комфортных. Ну, вот создание. Это вот сказать, что создание. Улучшить можно условия. Но какие они комфортные, если там, скажем, перегружает радиоактивные вещества в порту. Вот как можно сделать комфортные условия? Вот лучше сидеть, я считаю, в лесу, на поляне, чем в порту перегружать радиоактивные грузы. Или фумигированные грузы, я вам написал, там шрот везут. Это корм растительный, который там мелко порублен. И вот навалом лежит в этом самом трюме. И, естественно, его едят жучки, паучки. И, естественно, этих жучков травят. Чем? Газом. Фумигированные газы, так называемые. Ну, вот приехал, теперь, значит, капитан заинтересован, чтобы быстрее разгрузили, открыли. Что, прям можно туда докеров пускать? Подожди, сейчас, говорит, будут комфортные, и тогда можно уже. То есть там день он стоит, или несколько часов. Но он даже два дня простоит, там комфортных условий не будет.
Там все равно газ сразу весь не выветрится, и в комфортности там не хочется говорить. Или если вы должны в минус 20, и в минус 25, и в минус 30 работать, и еще на высоте, ну какие могут быть это комфортные условия? Поэтому сказать, что это создание комфортных условий, я думаю, что это для отдыха работников в рабочее время. Что имеется в виду отдых рабочих, работников в рабочее время? Вот если имеется в виду обед, то это не рабочее время. Есть перерывы. Перерывы, вот и перерывы, да? Да. Ну, это имеется в виду, да. Помещение для обогрева и так далее. Да, это имеется в виду. Ну, вот надо думать о названиях. Вот для отдыха работников перерывы там в специально выделенное время. Дело в том, что сами эти вот перерывы, они вот выделены, а их могло бы не быть. Самое это главное, что выделены эти перерывы. Даже если их ничего комфортного не сделаете, мне сейчас вот 10 минут, я могу отдохнуть, перетнуть, выйти и подышать. Уже будет комфортно. Поэтому центр не то, что вы создали комфортно, это хорошо, что создали комфортно. У них и так есть для обеда, у них эти есть соответствующие помещения, ну и они туда и пойдут. Но вы создаете... Сколько будет минут, перерыв? Можно 3 минуты сделать, вы, значит, так, пойдете, рот откроете и сразу закрываете, потому что надо идти садиться и работать. Вот, опять что-то надо, ядро какое-то выделить здесь. Обширная страховка. Обширная страховка, это как будто обширная. Ну, что вот там нового в этой страховке? Что по сравнению с той страховкой, которая есть при обязательном там страховании, вот что, какие особенности? То есть выделить особенности, что интересного. Обеспечить работникам прохождение внеочередного медицинского осмотра с сохранением за ними места работы и среднего заработка за время прохождения осмотра. Что тут, при чем тут страховка? Вообще ни при чем. Еще бы не хватало, я пошел, значит, мне сказали, идите в медицинский кабинет на осмотр. Я прихожу, говорит, вы уволены. Еще бы не хватало. А вот обеспечить бесплатное стоматологическое обслуживание в стоматологическом кабинете. Ну вот не так там все-таки. Там не бесплатное стоматологическое обслуживание в стоматологическом кабинете. Их обслуживают, а деньги потом возвращают по квитанциям. А? Не написано. Ничего про полис не написано. Сказано страховка, не про полис ничего не написано. Ну что я могу сделать? Потом нет там бесплатного такого. Никто им бесплатно не лечит зубы. Но они могут принести квитанции, и эти квитанции сдать в профсоюзную организацию. А профсоюзная организация 2%. А сейчас вот в этом, наверное, 1%. Или 2, или 1% получает от работодателя на физкультурно-оздоровительную и, так сказать, культурно-массовую работу. А тут она еще на медицину может оплачивать еще из этого фонда. Высокие требования к безопасности во время производственного процесса. Евгений Петрович, у меня лекция, я перезвоню. Ладно? По окончании. Товарищ Тимофеев, заместитель председателя правкома докеров морского порта Санкт-Петербурга. Так, высокие требования к безопасности. Требования-то безопасности всегда высокие. А безопасность-то обеспечена или нет? Вот я могу вам определять самые высокие требования, а вы заниматься будете? Это другой вопрос, понимаете? А требования у меня высокие. Я вам обеспечил определение высоких требований. И что? А что вы все двойки получили? Ну как же вы так с ними занимались, что они все двойки получили? А то я требования к ним предъявил высокие, и все. То есть я бы вот подумал над поддержкой льготных категорий граждан. Если они льготные, что их поддерживать? Они так уже льготные. Льготных. Ну вот как-то написать, что почему они льготные? Льготные, если им льготы дают. Сначала надо определить, кому давать льготы. Незащищенных, там, слабых или имеющих. Нуждающихся в этом, особо нуждающихся, объективно нуждающихся, не потому что они захотели, да? А кто нуждается там? Матери с малолетними детьми, так? Инвалиды, может быть, по какой-то части.
и так далее. Ну, то есть надо тогда подумать, как это сформулировать. Организация досуга, отдыха, лечения и реабилитации работников. Ну вот сам пункт организации, он не говорит о том, какой уровень организации. Ну как-то у всех есть какая-то организация. Что, не знаете, вот спрашиваю, какая у нас организация? Что, двор не видели здесь? Идите и гуляйте вот во дворе. Ну и гуляйте. Вот и организация. Нет, все организовано. Вот под эту вот форму, формулировку организации досуга, отдыха. А лечение идите на 8-9 линию. Туда. Все. Так, налаживание отношений социального партнерства. И что под этим понимается? Освобождать работника от работы с оплатой по тарифной ставке на 2 дня в связи с бракосочетанием. В связи с похоронами ближайшего родственника. И на 1 день в связи с призывом сына вооруженные силы, в связи с рождением ребенка. Причем социальное партнерство? Социальное партнерство – это я предлагал в порядке, так сказать, и в серьезной, и в порядке шутки. Вы предложите требование такое, прибыль пополам? Ну, вот если мы с вами партнеры, пополам же надо. Потом смотрите, вот нас, вот я работодатель, а вы все работники мои. Если прибыль пополам, вон сколько много, вы разделите, вам будет мало каждому кусочек. Поэтому даже если вот мы пополам сделаем, это вообще не очень пополам, не совсем партнерский. Но вот вы партнер, я партнер, пополам. Как товарищи докеры боятся даже такое предложить. Я говорю, ну вы бы предложили, ваш бы колдоговор, это, конечно, у вас бы не прошло, но колдоговор бы показался очень всем легким для принятия, правда? На этом фоне. Ну а как вот еще партнерство? А как вы понимаете партнерство? Интересное дело. Ну, давайте, говорит, будем социальными партнерами. Я это у вас все забираю, а у вас вот это все забираю. И мы партнеры. А? Ну вот я тоже считаю, что пополам. Ну давайте пополам это. Давайте пополам. Все, договорились. Это пополам. Нет, пополам. Это нет, не будет пополам. Давайте вот так я переложу, а потом уже буду рвать. Да. Короче говоря, о чем идет речь? Вот вы будете писать мне бумагу, очень короткую, на 1 страницу на зачете. Это будет уже очень скоро. Никто не знает, когда у нас будет зачет. 22-го. 22-го? Точно? Да. А у нас 22-е стоит, как будто мы кончаем 22-го. И 22-го мой зачет проводим. Последнее занятие по зачету. Да? Ну вот, поэтому... Поэтому я, так сказать, это надо иметь в виду, что вы мне, значит, с учетом того, что я говорю, не надо писать общих таких фраз. Как это говорят? Аркадий, не говори красиво. Значит, Аркадий, напиши, что ты имеешь в виду. Какой тебе не писать? Угадай. Так. Пункт 3.3. Работодатель обязуется производить единовременную выплату работнику организации, получившему вещи. Профессиональное заболевание, либо иное повреждение здоровья. Почему только единовременное пособие? Ничего себе, получил увечье человек. Что такое увечье? От слова «вечно» будет теперь ходить с этим нарушением, да? Единовременное пособие. Вот тебе деньги, чтобы я больше тебя не видел. Без руки. Не люблю смотреть на безруких. Ну, что это такое? А почему не систематическая, ежемесячная или ежегодная выплату? Почему? Чего тут хорошего в том, что единовременно эту выплату? То есть вот то, что кажется таким вот хорошим, если приглядеться, то не такой же и хороший. Хороший план того, что вы ниже компании, нет такого? Значит, вы не такой уж плохой. Не такой подлец, как они. Ну, видите разницу? Лучше. Нет, хороший человек лучше, потому что меньший подлец лучше, чем страшного подлеца. Чем, так сказать, какой-то без... Ну, надо все равно видеть. Хорошее, да? Хорошее. Лучше. Хорошее слова нет такого русского, лучше. Более хорошее. Нет, менее подлый. Менее плохой. Вот когда вы переберете вот известный уровень, тогда будете говорить хороший. Потому что надо вот сначала решить, это хороший или плохой. И тогда вот если хороший, то можно увеличивать еще лучше, больше. А вот пока он не хороший, он просто менее плохой, чем мог бы быть. Ну вот вы представляете себе, вот вы еще не в воде находитесь, или вы над водой, или под водой. Вы уже меньше под водой, если вы в основном под водой. А если вы уже в основном над водой, так вы уже теперь будете говорить больше, еще в большей степени над водой. Ну, надо все равно решить сначала вопрос, в принципе, где вы, а потом уже говорить больше или меньше. Больше или меньше надо говорить сначала, определив, в каком вы положении находитесь.
Про каждого человека могут сказать, хороший человек или плохой сначала. Там или он отвечает предъявляемым требованиям, или не отвечает. Не просто требования я к нему высокие предъявляю. Я-то предъявляю, а он-то говорит, да плевать мне на ваши требования, да и все. Вот и все дела. Так. То есть дальше идет перечисление пунктов, к сожалению, без анализа. Почему? Потому что некогда уже, надо сдавать. Это заметно. Хвости. Некогда, не пишите за всем. Никто не заставляет вас писать так много страниц. То есть вы написали много страниц, теперь выделите то, что является уже у вас отработанным для выдачи на гора и отдайте. А то, что у вас еще не отработано, оставляйте при себе для следующих произведений. Так, дальше у нас. Дальше у нас. Это у нас кто написал? Сунцова Алевтина и Воронова Рената. Кто это? Вот они. Они там сзади, а впереди на трех страницах их работ. Коллективный договор. Включает в себя. Излагает. Понятно. Анализ коллективного договора показывает, что он отражает все основные стороны социально-трудовых отношений. А есть что-нибудь, какой-нибудь такой предмет или какая-то часть материи, которая не обладает свойством отражения? Да, создали какую-то материю, которая не отражает вообще свет. Нет, не создали. Она, может, слабо отражает, но... Слабо отражает. Но таких материалов, которые никак не отражает, нету. Вообще вся материя обладает свойством отражения. Это чисто философское утверждение, всеобщее. Поэтому, если оно отражает... Вот вы на меня смотрите, и кажется, что вы меня отражаете уже в своих глазах, в своей голове. А даже если вы не смотрите, свет от вас на меня падает и отражается от моего пиджака. Что это? А от этого, от галстука больше отражается, поэтому и цвет другой. От вас очень много света отражается, кстати, от вашей кофточки, потому что она белая. Это всем известно. Поэтому это вот общее место, товарищи. Лучше общие места не писать. Что он отражает? Еще бы не хватало, чтобы он вообще не отражал. Особо следует отметить тщательность проработки коллективным договором. Вот тщательная проработка непонятна. Тщательно проработали и получили результат положительный, или тщательно прорабатывали и получили результат отрицательный. То есть общий разговор. Условием развития предприятия является стабильность и надежность взаимоотношений между администрацией и работниками. Да. Вот. Гарантии сохранения таких отношений служат утверждению. Нормативные акты работодателя, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными. Я-то думал, вы скажете, просто ухудшающие. Вот это было бы действительно интересно. Что вот нельзя издавать нормативные акты, которые ухудшают положение работников. А здесь написано, что нормативные акты работодателя, ухудшающие положение работников, по сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными. Ну, это общее место. То есть законы нельзя нарушать. И что вы тут такое написали, товарищи дорогие? Еще бы не хватало, чтобы работодателю было позволено нарушать законы. Да никому не позволено в России нарушать законы. То есть в каком смысле не позволено? Он может нарушить, нести ответственность за это дело. Да зачем это прописано-то? Зачем прописывать общие места? Если нет коллективного договора вообще, то никто не может нарушать, ухудшать положение по сравнению с тем, что прописано в законодательстве. Согласны? То есть это означает эта фраза, непонимание того, что такое договор коллективный. В коллективном договоре должно быть лучше, чем то, что прописано в законе. А вот если бы тут было положение, что вообще нельзя издавать, вот договорились мы, долго беседовали с вами и договорились, что я не могу издавать такие акты, которые ухудшают ваше положение. Вот это я понимаю, силы такого нету. Чтобы если у вас была зарплата 30 тысяч, то может быть только 31, 32, но не 27. А такого нету. У вас написано это общее место. Но так написано в договоре, который вы издавали, вы просто считали, что это ваше положение. И что? Вот и должны сказать, что это недостаток договора. Нечего такие пустые вещи записывать в договор. Был бы тоньше договор, яснее было бы, прозрачнее. Вот и все. Зачем записывать в договор то, что есть в законе? Это написано в законе, бессмысленно туда. Не надо сборник превращать в коллективный договор, в сборник выдержек из законодательства. Так. В их руках сосредоточены достаточно широкие полномочия.
утверждать перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией, представляет собой коммерческий интерес для организации. Вот решать вопрос об изменении штатной численности работников – это очень важно, то, что вы отметили. Вот это очень важно. Потому что этого почти ни у кого нет. Раз и сократили штаты, а потом говорят, мы вас сокращаем по увольнению, по сокращению штатов, увольняем. И все. И уведомили профсоюз, потом уведомили за 3 месяца, потом за 2 месяца работника и уволили. И все. А вот тут нельзя, потому что штатную численность нельзя сократить. Не могут издать распоряжение администраторы о том, чтобы уменьшить штаты без согласования с профсоюзом. Будьте добры. Так. Вот вы обратили внимание на минимальную месячную тарифную ставку в размере 6600. Это очень важно. Это у всех только еще будет 6200, а тут это было 10 лет назад. Это все было установлено. Работник может быть отпущен с рабочего места по инициативе работодателя при отсутствии работы и при этом не потерять оплату за часы. Ну, это нормально. Потому что а если он будет находиться на рабочем месте, не уходить, то тогда это будет считаться простоем, а простой – это 2/3 тарифа. А ему не 2/3 тарифа платят, а полный. Ну, если сам работодатель виноват, что он… А? Нельзя оплачивать а? Часы, когда уходишь с работы. Вы же сами говорите, что он оплачивается вот здесь. Вы же говорите, что это в договоре. Да. Что его можно отпустить, но тогда часы оплачиваются. Эти все равно. Вы читаете, что у вас написано? Работник может быть отпущен с рабочего места по инициативе работодателя. По инициативе работодателя. При отсутствии работы. И при этом не потерять оплату за часы. Да. Ну, это хорошо? Да. Ну, вот. То есть, если сам виноват тот работодатель, так он ему и платит то, что положено. Что? Не понял первое начало. Не везде так делается. Не везде. Ну, так, а мы говорим, здесь есть. Да. Ну вот здесь говорится все время, какие есть преимущества по сравнению с другими организациями. Это очень хорошо. Исходя из признания обеспечения приоритета жизни и здоровья работников, коллективным договором тщательно и подробно проработаны и решены вопросы охраны труда и соблюдения условий труда. То есть вообще всякая компания создается ради прибыли, но вот здесь специально написано, что исходя из признания обеспечения приоритета жизни и здоровья работников, коллективным договором обеспечивается. То есть тут надо сказать, что выставлено это требование очень жестко. То есть вы, пожалуйста, делайте свою прибыль, но не за счет здоровья и не за счет обеспечения ухудшения жизни работников. Тут говорится поэтому и о длительных перерывах на обогревание дополнительных, необходимость мер. Но необходимость подчеркивается, необходимость мер по предотвращению производственных травм – это как бы ничего. Нет, подчеркивается необходимость. Какие меры? Если меры какие-то предусмотрены, тогда да. А если просто подчеркивается необходимость? Вот необходимо, чтобы вы все дали зачет. Нет. И все. И что? Там же несколько пунктов по поводу того, анализ причин Значит, это не просто необходимость, а видите, вот совместно с профсоюзом будут выбраны специалисты по охране труда в организации. Это не просто необходимость, это намечены меры в самом коллективном договоре по улучшению охраны труда и техники безопасности. А если необходимость, я подчеркиваю, это пустые слова. Так, то есть у вас как раз, у вас вообще текст весь содержательный, но он снабжен некоторыми иногда пустыми словами, которые, так сказать, противоречат вашему тексту. Текст у вас вполне добротный такой, в нем говорится о конкретных мерах. Важную роль в договоре играет медицинское обеспечение организации. Это так общая фраза. Потом двоеточие. Круглосуточная работа медпунктов. Так и написать, что договор не ограничивается утверждениями о важной роли медицинского обеспечения, а конкретно и прямо намечать такие-то меры. Вот.
вывод соответствует требованиям трудового законодательства и по ряду параметров превосходит его. Прежде всего, он выполняет основную задачу, способствует налаживанию партнерских отношений на предприятии. Так, хорошо. Так, что у нас еще имеется в рюкзаках? Так. Так, вот это у нас материал товарищ Ли. Так, достоинство договора. Он сохраняет свое действие в случае реорганизации организации, изменения состава, структуры, наименования органа управления. Это очень сложная задача, и очень редко кто на это идет. И это можно сделать тогда, когда вот эта реорганизация занимается, махинирует работодателя, он, так сказать, как бы делает формально совсем другое предприятие, но если оно на той же самой производственной базе, то не надо изображать, что это другое совсем предприятие. Оно формально другое, а по сути то же самое. И под этим соусом все отбирать права. А тут сохраняет свое действие. Это очень важно. Замечательно. Участие в заседаниях совета директоров. Это с правом совещательного голоса. Здесь важно, что тут есть право совещательного голоса, можно что-то и сказать. Но сильно много на этом не выиграешь. Как говорится, никто еще на совещании, на совете директоров ничего не добился. Так, не производить сокращение численности работников по инициативе работодателя без согласования с соответствующим правком. Очень важно. Без согласования, вот нет согласования, и все, нет сокращения. Не заключать со сторонними организациями договоры на проведение работ, влекущие за собой снижение занятости или ухудшение условий труда работников. Это сплошь и рядом делаются такие нарушения. Поэтому это очень важный пункт. Штатная численность бригад докеров-механизаторов согласовывается с профсоюзным комитетом. То есть ни одну бригаду нельзя взять и урезать или распилить. Поэтому люди чувствуют себя защищенными, что сегодня вы пришли, обсуждаются вопросы зарплаты, но это не про вас, потому что вы уже не в этой бригаде. Правильно? Это важно же. Или кто-то не понравился, другую его бригаду, там, которая занимается просто перетрузкой там, контейнеров для таможни. Освобождение от должности бригадиров, извинив их, производить по согласованию с правком или его предоставлением. Значит, кто будет бригадир, это согласовывается с правком, то есть с работниками. Это очень важно для слаженной работы. Так, доставку на работу. Вот работы по креплению, раскреплению и подготовку к транспортировке грузов производили исключительно силами докеров, механизаторов организации. А вы знаете, сейчас раз-два и наняли какую-нибудь специальный заемный труд используют, и у основных работников нет работы. А нет работы – нет зарплаты. И говорят, нет работы для вас, потому что вашу работу вот отдали ему. И все, вы сидите теперь. А нет, раз вы ничего не делаете, так ничего и не получите. Все понятно. При реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда, согласовывалось с правком изменение системы оплаты труда, форм материального поощрения. Это очень важно. То есть, а то можно сделать такую систему поощрения, которая, так сказать, совершенно не удовлетворяет работников. Организация обучения работников смежным профессиям. Чувствует себя человек защищенным, что он, если что, он другую специальность имеет и может работать по другой специальности. Компенсация 50% затрат работников самостоятельно приобретшего навыки в период работы в организации, используемой организацией. То есть организация видит, что если человек растет, так она ему компенсирует хотя бы половину. Другую половину не компенсирует, дескать, а вы за это зарплату повышенную получаете. Последовательное сокращение количества работников, занятых в ночную смену. Очень важно. Все понимают, что ночью лучше спать, чем работать. Характеристики, вот эта смена, она, так, сменная работа, когда ночь, вечер. День, она приводит к разладу вообще всей нервной системы организма. Человек не может вообще и спать, когда время есть для сна. Поэтому это очень большая проблема. Характеристики на работника согласовывать с правком, чтобы не дали вам волчий билет. Вы уходите и уйдете вы не с волчьим билетом, а с нормальной характеристикой. Работал, выполнял, получил и так далее. А у нее, говорит, злобный характер, не может... Вечно перечит ему работодателю. Такое напишут, идите куда хотите, с такой характеристикой.
Так, даже форму трудового договора, заключаемую с лицами, поступавшими на работу, согласовывать с правкомами. Отказ работнику в переоформлении срочного трудового договора на бессрочный производится по согласованию с правкомом. То есть, вообще говоря, если на бессрочный хотите, не надо и согласовывать, а если отказываете, надо согласовывать. А почему? Иначе всех переводят на срочные договора, а потом срок закончится, до свидания, до ворота. Очень легко увольнять. В случае ликвидации структурного подразделения предоставлять работникам работу по специальности в другом подразделении. В случае прекращения трудового договора при несогласии работника продолжать работу в связи с изменением существенных условий труда, выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 3-месячного заработка. Это больше, чем по кодексу трудовому. В период забастовки не применять труд иных лиц, кроме работников и лиц, привлекаемых по согласованию с правкомами. Это против штрейкбрейкеров. Штрейкбрейкерство во время забастовки запрещено коллективным договором. Это очень важно. Вот говорится, обеспечивать финансирование мероприятий, получение условий охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции. Не просто улучшать, обеспечивать улучшение условий труда и охранять, а указывать, на какую сумму. Если этой суммы нет, то это пустой разговор. Запретить привлечение работников к сверхурочным работам на радиоактивных, химически опасных и фумигированных грузах. Там и так-то вредно, а если сверхурочная работа, это гибель работников. Так, вот есть помещение для обогрева, но если в них 15 градусов, то это не помещение для обогрева. А тут написано, что обеспечить температуру не ниже плюс 22 градуса. И относительную влажность 40-60, а не так, что там влажно. То есть обратите внимание, конкретность в этом коллективном договоре, вот очень важно, что это подчеркнуто, конкретность. В сезон с 15 мая по 30 сентября при работе в холодильных помещениях и ниже установить дополнительные перерывы на обогрев по 20 минут. Так. Ну и так далее. Вот тут написано обеспечить бесплатное стоматологическое лечение. Оно вообще бесплатное? Или то, что оно как бы, ну, обеспечить, можно сказать. А на самом деле компенсацию затрат на стоматологические услуги. Может быть, надо правильно сказать. Недостатки. Работодатель перед изданием акта обязан только ознакомиться с мнением правкома, что дает возможность работодателю право издать соответствующий акт после составления протокола разногласий. Нет, просто по всем пунктам, которые отдельно выделены, по тем некоторым пунктам согласования, это по другим ознакомиться с мнением. Это же не всеобщий пункт. Это относится к тем пунктам, которые не прописаны, где не прописано согласование. Отсутствие у работника права принятия решений в совете директоров организации. Ну, я не думаю, что это недостаток. Я думаю, никто ему не даст, и я думаю, и добиться это тяжело. Потому что это, как я думаю, членство в совете директоров вытекает из устава, который принят. И это надо, так сказать, заставить поменять устав организации. Это, я думаю, слишком большая задача. Чтобы ее решить, даже забастовку не решишь. Штатная численность рабочих механизаций и работников обеспечивающих служб устанавливается только с учетом мнения профсоюзных комитетов. Ну, это да, правильно, это недостаток. Да, ну что, очень хорошо, товарищ Ли. Я говорил, что вы можете написать хорошие материалы, вы написали. Так, это у нас кто? Сироткина. Вы, да? Анализ коллективного договора ЗАО «Первый контейнер» на 8-11 годы. Сам договор составлен весьма грамотно. Хорошо. В нем прописаны все возможные моменты трудового процесса. Ну, не знаю. Все-то уж через край. Все возможные. Уж возможных много и придумывать еще. Множество дополнений, приложений, но это может быть и дополнения, и приложения, и прописанные моменты, а что там в них прописано, то есть это еще не содержание.
хорошо отражает структуру рабочего процесса. Отражает в кривом зеркале можно отражать тоже хорошо. Смешно даже может. Знаете, как были комнаты смеха? Приходишь, они вас отражают, смеешься. Да, хорошо. То, что он отражает, или нет, что именно? Что там делается, а не что он отражает. Да. Надо, чтобы он не отражал, а регулировал, направлял. Коллективный договор – инструмент, а не просто отражение. Правильно? Это не зеркало, а это инструмент изменения условий жизни и труда. Так, подробнее подвергнуть. Уже критика пошла. Хорошего, так сказать, ничего конкретного не сказано. В целом, введение написано отлично. И тоже опять отображает всю суть коллективного договора. Пункт 1.4. Стоит это корректировать, либо вовсе избрать. Пункт 1.9. В этом пункте мне не понравилось то, что аббревиатура дается без расшифровки. Я говорю об аббревиатуре ОС. Да. Можно расшивать как отраслевое соглашение. Или же, например, открытые санкции. Да, согласен. Данный раздел 3 сложно проанализировать, не имея представления информации о том, как устроена компания. Ну вот я хочу сказать, что пример, так сказать, других товарищей показывает, что можно глубже сделать анализ. То есть, если принять во внимание содержание, не общие такие, не стараться как-то не ограничиться общими такими утверждениями. Так, Кокушкина Елена. Да. Можно я заранее скажу, что я работала, в принципе, вместе с девочками, я просто работу сделала очень поменьше, они более Ну, хорошо, но что-то вы такое тоже отражены, прописан, контроль на выполнение договора, что обеспечит реалистичность. То есть, как бы тут из содержания не усмотреть, что же, ну и все, что прописано, все отражены стороны. В любом договоре, так сказать, можно отразить все стороны и сделать его очень плохим. Согласны? Вот вы придете, напишите мне, я скажу, я сейчас отражу все стороны вашего ответа. Не зачет. Причем я именно всесторонне это учел. Не какой-нибудь там один к чему-то прицепился, это спросил, то спросил, то спросил, то спросил, поставил не зачет. То есть всестороннее отражение еще ни о чем не говорит. Все-таки это не отражатель, это инструмент изменения жизни. Так в чем изменится жизнь по сравнению с тем, что предусмотрено законом? Вот что надо исследовать. Данный коллективный договор соответствует требованиям ТК РФ и по многим вопросам превосходит его. Соответствовать требованиям ТК РФ – это и значит превосходить те условия, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Не только, не просто по многим, а по всем вопросам превосходить. А по тем вопросам, по которым он не превосходит, не надо это записывать, потому что вы обязаны исполнять закон. Работодатель имеет представление о нуждах работников и стремится их удовлетворить. Вот вы спрашиваете, а будет нам повышение стипендии? Наше государство имеет представление о нуждах студентов и стремится их удовлетворить. Вас устраивает это высказывание? Вы скажете, а сколько будет у нас эта стипендия? Я же говорю, повторяю, наше государство. Имеет представление о нуждах студентов и стремится их удовлетворить. И все. То есть ничего вы не получите пока. То есть такая есть форма отказа. Я сделал для вас все, что мог. То есть ничего больше делать не буду. Из этого другими словами сказано. Ничего делать для вас не буду. Но то если я так скажу, скажут на меня, кинетесь, начнете глаза выцарапывать, вы не будете вот о ней там. А я вам скажу, что я все сделал, все. Бился, сделал все, что мог. Вот и потом. То есть я ничего не изменю. Это говорят, сейчас пишут, иногда цены предельно низкие. Что значит? Даже не подходите торговаться. Не снизить ни за что. То есть они такие высокие, но никто не даст вам ничего понизить. Жизнь многообразна, особенно когда идет коллективный трудовой спор,
то люди свои отрицательную форму запаковывают, упаковывают в хорошие, красивые формулировки. Вот если я не хочу давать вам хлеба, что я должен сказать? Что я сделаю все в моих силах, чтобы вы были обеспечены хлебом. А у тебя хлеб. Сейчас предпринимаются усилия, чтобы доставить вам этот хлеб. Спрашиваю, где еще? И вы до вечера будете у меня со мной разговаривать, хлеба так и не будет. То есть люди, поднаторевшие в этих делах, в спорах, могут бесконечно вам эти, особенно 3 месяца будут беседовать с вами, это такая форма не удовлетворять интересы работников. Форма такая. Поэтому надо вот такую цепкость еще у себя вырабатывать, цепкость, конкретность. Маша вот очень хорошо вот сейчас подготовил. Ну и другие товарищи, которые, так сказать, берут конкретные совершенно улучшения. Так, это у нас Злыдникова Александра и Мельникова Маргарита. А где Злыдникова? Злыдникова я. А, это вы, а Мельникова? Болею. Болею. Значит, у вас такая фамилия, что вы должны быть добрый. Да. Если написано Злыдникова, ясное дело. Все ожидают, а тут вдруг, даже если не особенно добро выступаешь, уже как-то приятно. Так, анализ коллективного договора. Данный пункт является дополнением к Трудовому кодексу. Так. Не производить сокращение численности по инициативе работодателя без согласования с правкомом. Обеспечить доставку работников на объект работы, к местам отдыха и прием пищи и возвращение с объекта работы при условии, что это расстояние более 500 метров в одну сторону. 500 метров отмерили и сидят, ждут, когда приедет автобус и привезет. Правильно? Проведение ежегодных семинаров в целях повышения квалификации. Это очень важно, то, что вы это отметили, потому что это для работника это рост. Его позиции улучшает, даже если он уйдет из этого порта, он все равно квалифицированный работник будет. А? Порт один был, куда он потом пройдет. Что порт? Порт один был, куда он потом пройдет. Безвозмездное представление правкомом необходимо помещение в зданиях бытблоков. Вообще-то это написано в кодексе. Да. Но обязано профсоюзному комитету предоставлять помещение. Помещение с оргтехникой. Поэтому это не плюс. Получивших производственную травму или профессиональное заболевание работников, обеспечить работу в организации или содействовать их трудоустройству. Это тоже по кодексе. Ничего тут такого нет сверху. 8. Проводить проверку оборудования. Еще бы не хватало не проводить. Уволить надо технолога, если не проводит проверку. Сразу поувольнять всех, кто не проводит проверку оборудования. Как это вы вообще? Люди у вас работают, а вы... Ничего тут такого по сравнению с трудовым кодексом. Это вы тут... Иногда нужно что-то лучше... Вот... Такой есть принцип сокращения. Вот я вам выдаю его, как главный редактор газеты. Если думаешь, оставить или убрать, убирай. Как только заметил, что ты думаешь, оставить или убирай. Потому что оставлять надо только то, что вот вы убеждены, что это правильно. И то еще останется, может быть, не то. А это, ну что тут такого? Недопущение дискриминации работников. Так, товарищи, я вот гарантирую, что не допущу дискриминации студентов на своем зачете. Вы рады? Сильно. Вот я вижу, что вы заулыбались. Видите, как хорошо. Уже польза есть даже от этого. То есть это, с одной стороны, это вроде и что-то хорошее, но с другой стороны, это пустые разговоры. Да, значит, могу продолжить. Ни по половому, ни по возрастному принципу не буду. Вот не буду спрашивать, вы там месяцем раньше родились или месяцем позже. Не буду. Ни по цвету этих волос не буду. Значит, что блондинкам, что шатенкам, и что брюнеткам, или что брюнетам, блондинам и шатенам, все равно буду ставить зачет, если знает, а если не знает, буду ставить не зачет. Вас это радует? То есть никакой дискриминации, никакой. По цвету одежды, вот вы в сером придете, не значит, что вы серый студент, может, вы отличник. То есть никакой не будет дискриминации. Я вас всех сильно порадовал, понимаете? То есть вот мы, это вот я еще раз повторяю, очень трудная задача, которую вы ее не сейчас еще решите, а ее и дальше вы будете решать. Это трудно этому научиться, потому что люди, пишущие диссертации, обычно вот никак не могут выкарабкаться. Начинают писать авторефера,
И такой напишет автор реферат, скажет, ну кому нужна такая диссертация, в которой одни общие места? То есть человек ничего не дал нового. А если он не дал ничего нового, то в дипломе может не быть ничего нового, ну, с точки зрения науки. С точки зрения для вас новое, для науки не новое. Но если у вас нету диссертации, то, дорогой товарищ, куда вы пошли, чего вы принесли? Или докторскую приносит человек, а там все это известно. Известное, но вы, конечно, можете сказать, что известное еще не есть от того познанное. Можете, ну так познайте и напишите, что там у вас нового, хорошего. Вот это проблема для всех. То есть это, я хочу сказать, даже не ваш или вот личный недостаток чей-то. Это вообще очень трудная задача. И я бы там не взял на себя ответственность на кого-то напасть и говорить, вот вы почему так плохо, это, потому что это трудно. Это просто нужно, вот я обращаю ваше внимание на это, не для того, чтобы сказать, что вот это вот там неправильно, а для того, чтобы обратили на это внимание и попытались бы сами с этим бороться. Это надо думать. А нельзя ли вот написать вот конкретнее, определеннее и так далее? Вот скажу, что вы хороший человек. Это хорошо, приятный комплимент, говорят. Комплимент можно без доказательства. Ну вот, а хороший человек, если еще раз скажу, вот это сделали хорошо, это важно, это для студентов сделали, это для общества, для страны, для университета. Это совсем другой разговор, правильно? А так, ну сказать, и вы хороший человек, и вы хороший человек, и вы хороший человек, все хорошие люди. И я хороший человек. И все. И пошли. И что? А ничего. Потому что, как говорил Гегель, в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Поэтому если всех все и за все хвалят, ну это то же самое, что всех и за все ругать. Абсолютно то же самое. Так, значит, теперь я хочу вам в завершение сказать, что в целом, как преподаватель, удовлетворен вашими ответами и работой проделанной. Значит, во всяком случае, видно, что люди, которые писали, понимают, что они работают над собой, а не для дяди написали. Это понятно. Вот. Это понятно и очень приятно, и очень хорошо. И вот это именно тот способ, каким можно повышать свою квалификацию. Потому что как повысить свою квалификацию, так сказать, выдать какие-то результаты, если можно увидеть, что можно еще сделать и продвинуться, значит, следующий сделать результат и так далее. Так что спасибо за проделанную работу. У нас сегодня какое число? 8. 8. Следующее занятие у нас 15 числа. 15 числа мы должны выйти из забастовки с вами. Вы не забыли, что мы бастуем? Что у нас забастовка началась бессрочная, а мы ее не прекратили. Как ее прекратить? Это проблема ведь. Это проблема и для того, и в тех случаях, когда она объявляется незаконной, и проблема в том случае, когда победили. Вы-то победили, забастовочный комитет хочет остановить забастовку, а люди уже привыкли, работать не надо. Это попробуйте так вот эту проблему решить так запросто. Так что, то есть мы должны вот 15, значит, мы с вами заканчиваем забастовку, завершаем ее, завершение забастовки будет лекция. А 22-го вы ко мне приходите, приносите, наверное, в эту же аудиторию, раз нам в расписании это оставляют. Значит, я пойду за ведомостью, если мне дадут, то я ее возьму. А если мне ее не дадут, значит, информация, которую мне дали, неверна. Тогда мы, у нас будет сюрприз. Тогда мы потренируемся с вами. Вы приносите голову, авторучку и бумагу. Значит, и пишете на одном листе. Если кто не умещает на одном листе, может на полтора написать. Ну, в крайнем случае, на два. Потому что это одна еще из задач. Кратко и содержательно высказаться по тому вопросу, который вы выбрали. Вы выбираете тот вопрос, который лучше показывает, какой вы хороший. Как хорошо вы знаете курс социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования. А если вы не можете выбрать, какой вопрос вы лучше знаете, значит, вы не готовы к зачету. Понятно? А если вы выбрали и потом будете какую-то там ерунду писать, то я, значит, буду относиться очень злобно к этому. Значит, смотрите, человек выбрал самый любимый и написал полную ерунду. Значит, остальные вопросы вообще даже и спрашивать не надо. Поэтому это вот такая мягкая форма, которую я применяю, мягкая с виду. Они все мягкие, это все это, надо все это критически рассматривать. Дескать, тогда и все, идите, даже и слушать больше вас не хочу. Вы самый выбрали для себя любимый и такую наговорили гребедень. А что тогда другие рассматривать? Это не я же вам дал, если я вам дал вот вопрос, а вы не ответили. Сказать, это потому что мне такой вопрос дали. Это сложный. А? Самый сложный. Вот на самом сложном и показать надо свою глубину. Вот
Вот. То есть, короче говоря, значит, у вас есть знания, теперь надо их на зачете продать эффектно. Ну так, как вы показать лицом товар? А не просто так, вот я тут написал. Все понятно? Вопрос есть ко мне? Нету. У вас вопрос, подходите с вопросом.